Здравствуйте! Возможно, не все любители футбола знают, что 2 года назад в России была создана детская футбольная лига. А эти ребята из футбольной команды «Самарец» – двукратные чемпионы России. Выходит, не оскудела самарская земля на футбольные таланты. На днях в областном спорткомитете прошло чествование юных футболистов «Самарца». Подарки чемпионам вручали главные спонсоры команды из акционерного общества «Волгопромгаз». Вы знаете, самое, наверное, главное для вас сегодня не то, что вы уже чемпион, не то, что вы завтра надуете щеки и будете говорить, а мы уже чемпион. Наверное, самое главное для вас, опять же, и не то, что вы будете в дальнейшем большими спортсменами, будете играть в классных профессиональных командах и будете завоевывать все новые и новые высоты большого спорта. Наверное, кто-то из вас пойдет этой дорогой. Но все-таки главное, что сегодня уже вот в таком нежном, юном возрасте вы почувствовали, что такое борьба, что такое взаимовыручка, что такое взаимопонимание, что такое чувство локтя, что значит поддержать товарища и что значит поддержка товарища для вас. Сергей Николаевич, а как все-таки рождалась команда «Самарец»? Команда «Самарец» рождалась вот в кабинете Владимира Сергеевича Татажевского, когда я просто случайно прочитал бумагу о создании детской футбольной лиги. Владимир Сергеевич говорит, пожалуйста, все в ваших руках. Я пошел к Кому Сергеевичу, к Александру Федоровичу Закирову. И, честно говоря, вопрос был решен буквально в течение 1 минуты. То есть вот идея была дана, и тут же я даже удивился и испугался тому, что сразу же на эту идею откликнулись люди. Ну, а какое вы видите будущее своей команды, вот своих игроков, молодых? Во-первых, здесь и нам поставлена задача, ну и мы внутренне тоже уже готовы к тому, что нас спросят через 5-6 лет за подготовку вот этих мальчиков. И то, что мы занимаем первые места, это, конечно, хорошо, но самая основная задача – качественно подготовить смену, чтобы они пришли в команду мастеров всесторонне обученными и в тактическом плане, и в техническом, ну во всех планах. На встрече прозвучало немало теплых слов в адрес юных футболистов. Но всех взрослых, конечно же, волновал один вопрос. А смогут ли ребята в будущем надеть футболки «Крыльев Советов» и помочь команде-аутсайдеру высшей лиги стать чемпионом страны? Сегодня команду, которую я возглавляю, вы знаете, она играет неровно. Бывают и хорошие очень игры, бывают провальные игры, к сожалению. Ну и многие говорят о том, что почему же команда так играет неровно? Но я считаю, прежде всего, потому что в ней мало сегодня самарцев. Мне нравится то, что вы воспитываетесь как победители. Это очень важно, потому что быть сильным духом, характером может быть только победитель. Если в нашу команду сегодня «Крылья Советов» вливаются люди, которые все время где-то играли там во вторых лигах и не были лидерами, победителями, то, естественно, психология у них вот такая вот, как они сегодня играют. Поэтому я вас еще раз от души, от всего сердца поздравляю с этой замечательной вашей победой и пожелаю вам здоровья, счастья и, конечно, успехов в спорте, в учебе, само собой. Вот, и всего вам самого-самого наилучшего.